Предлагаю вам отведать контента, которого достойны ваши ушки и ваши глазки. Будет по-настоящему эпичная заруба и будет по-настоящему красиво. Поехали. Джаска. А, ну типа на ПК. Тут же кроссплатформенно, кстати. Сейчас же, типа, могу я и с PS5 играть, и с другими чувачками. Навикита с первых минут сыграет в центре полузащиты с Кристианом Эриксоном. И с одним нападающим решил начать матч. Извини, что прерываю, это отличный шанс забить. Это Сидел? Антони Марсиаль. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Ну. Капу. Трибуны просят удар. О, Бегович. Месье Бегович. Thank you. Подали мяч с углового. Охурметь он выбежал, ребята. Я удивлен. Мне опять место он забивает, прикиньте. Да, великолепен. Мбаппе. Отлично забежал. Мбаппе. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Сон отдает. Перекладина играет за вратаря. Ну тут, конечно, размеры сыграли свою определяющую роль. Каверц. Ворота все ближе. Какой момент у Мбаппе? Бум. И треть. Получается у Киллиана Мбаппе забить. Речка, чуваки. Вот такая у нас первая победа, ребята, есть, собственно говоря, в FIFA 23. Ну, погнали. Сделаем красиво. Чтоб базару было зира. Шубин, погнали. Ух ты, какая яркость. Какой сок. Не, кстати, вот эту штуку ты мне давай. Да куда ты пасуешь? Блин, серьезно? Бум. Красавчик. Отлично обработал и забил. Великолепный голешник. Thank you, Mbappé. Thank you. Божественный Мбаппе забивает второй голешник. Hypermotion. Бум, третий, что творится? Просто разрываем Зубиса. Просто разрываем, ребята. Мбаппе хитрик просто сделал, как бы, ребят, второй матч. С Мбаппе вторая победа, второй речквит, ребят, просто разрываем соперника. Слушай, я хочу Мбаппе. Я хочу Киллиан. Слушай, сколько он стоит, блин. Он просто великолепен, просто невероятен, ну просто феноменален. Просто то, что мне нужно.